Я, честно говоря, сейчас вообще никаких эмоций почему-то не чувствую. Почему-то, но в душе я рад. Для меня это золото, большое достижение. Я не был чемпионом Европы. И в то же время я европейские игры впервые. И я выиграл первые европейские игры. Это, конечно же, чудесно. Я сам из Дербента. Мой город Дербент, самый южный город в сторону Азербайджана. И Азербайджан для меня как вторая родина. И я здесь себя шикарно чувствую. Здесь много моих друзей, может быть, вы заметили. Мои родственники, мои братья, все мои здесь. Меня поддерживала трибуна, как дома. План, сейчас будем готовиться на чемпионат мира. Но до этого я хочу побывать у себя в городе, в Дербенте. В этом году ему 2000 лет. В сентябре. Это самый старый город России. Я хочу одну медаль подарить городу своему, первых европейских игр, а вторую своей дочке, которая родилась у меня 9 числа этого месяца.